Для многих идеальная страна – это государство без войн и протестов, со стабильной экономикой, которая позволяет без проблем обеспечить себе жизнь и досуг, без преступности и страха за свою безопасность. Привет всем, с вами ТОП-5, в сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о 5 идеальных для жизни стран. 5 место. Швеция. Швеция – одна из крупнейших северных европейских государств, расположенных на скандинавском полуострове между Норвегией и Финляндией. Швеция – страна пунктуальных и законопослушных, но в меру застенчивых и осторожных людей. Швеция славится своей первоклассной системой образования, которая доступна практически всем. По индексу уровня образования Швеция входит в пятерку самых грамотных стран в мире. Хотелось бы отметить и невероятно развитую экономику. К слову, средняя заработная плата гражданина этой страны составляет 3000 евро. Если вы когда-нибудь побываете в этой удивительной стране, вы навсегда запомните невероятную архитектуру, пропитанную настоящим историческим духом, превращая Швецию в настоящую жемчужину Европы. 4 место. Германия. Нам знакомо множество стереотипов об этой нации. Приверженцы порядка, всегда серьезные и собранные, самые пунктуальные и трудолюбивые. Но мало кто знает, что Германия работает всего 1300 часов в год. К примеру, россияне работают в среднем 2000 часов. Однако производительность немцев в 3 раза выше наших соотечественников. Отсюда известная на весь мир парадигма о том, что надпись «сделана в Германии» стала практически синонимом знака качества. Германия имеет самую развитую экономику в Европе. Неудивительно, что многие мечтают уехать жить в эту страну. Немецкое образование – одно из самых престижных в мире. В 2015 году World Economic Forum опубликовал рейтинг стран по качеству автодорог, где Германия уверенно заняла первое место. Германия является одним из мировых лидеров по переработке мусора, что позволяет этой стране иметь статус самой экологически чистой стране в Европе. Также стоит отметить невероятно высокий уровень жизни. Средняя зарплата немца составляет 3500 евро. Если вы когда-нибудь захотите переехать в Германию, не забудьте выучить выражение «Quadratisch, Pratisch, Gut». 3 место. Канада. О, Канада! Она является родиной кленового сиропа, хоккея и соревнований по рубле дерева топором. Канада – это быстро развивающаяся страна с невероятно красивой футуристичной архитектурой. Она является вторым по величине государством в мире после России и признана страной Содружества наций. В Канаде самый высокий показатель проживающих иммигрантов в мире. Разнообразию языков и наций позавидует даже Россия. Люди в Канаде очень добрые и толерантные, и всегда помогут незнакомцу, так уж они воспитаны. Канадцы очень трудолюбивый народ, но трудоголиками их назвать нельзя. Система образования в Канаде находится на очень высоком уровне и не уступает тем же штатам. Природа тут необычайной красоты, к тому же совершенно особый целебный воздух, обогащенный кислородом и йодистыми соединениями, поэтому люди почти не болеют. Правда, они сами прилагают к тому немало усилий. Меньше всех в стране курят, вовсю ездят на велосипедах и роликах, играют в гольф, теннис и волейбол, отдыхают на горнолыжных курортах. Канада считается самой безопасной страной в мире, с развитой инфраструктурой и практически нулевой преступностью. 2 место. Объединенные Арабские Эмираты расположены на побережье Персидского залива. Является одним из богатейших государств планеты. По показателям ВВП на душу населения эта страна занимает 6 место в мире, оставив далеко позади большинство европейских государств. Мало кто знает, но всего 50 лет назад территория ОАЭ являлась колонией Британской империи. Сегодня же Объединенные Арабские Эмираты представляют собой уникальный пример процветающей содружества с особенным политическим устройством. Развитие Объединенных Арабских Эмиратов основано на нефти, что и символизирует черная полоса на их государственном флаге. Также ОАЭ – настоящая жемчужина в сфере туризма. Каждый год в страну шейхов приезжает 15 миллионов туристов. Гражданин этой замечательной страны может получить бесплатное образование абсолютно в любом университете мира. В Объединенных Арабских Эмиратах каждый ребенок при рождении получает
получает участок земли и 60 тысяч долларов на личный счет в банке. Очень неплохой подарок от государства. Арабские Эмираты не перестают удивлять мир. Страна, которая управляется шейхами и советом старейшин, сумела достичь небывалого подъема в динамично меняющемся мире. Здесь мудрость и традиции Востока сочетаются с западной прагматичностью и целеустремленностью, а каждый добытый баррель нефти приближает страну к осуществлению самых смелых проектов современности. Первое место – Норвегия. Норвегия – удивительная страна на самом краю Европы, привлекающая необычным разнообразием своей природы. Эта страна обладает огромными природными ресурсами. Кстати, сверхприбыль она не тратит, а направляет в фонд будущих поколений. Экономика Норвегии сильно развита. Основные ее отрасли – добыча нефти и газа, за счет которых за последние годы страна является бесспорным лидером как самая быстро развивающаяся и процветающая страна в мире. Правительство Норвегии планомерно и основательно спешит защитить граждан своей страны, поэтому в стране применены меры по защите окружающей среды. Мусора в этой стране вы не увидите, даже если очень захотите его найти. Государство выделяет огромные деньги на переработку мусора. Местная вода очень хорошего качества, лучшая в мире. Вы удивитесь, воду из-под крана тоже можно пить без кипячения, не боясь заработать какую-нибудь болезнь. Норвегия считается безопасной страной, здесь соблюдают законы, нет криминала, а воровство считается чем-то немыслимым для большинства норвежцев. Только крупные торговые сети имеют рамки-детекторы кражи товаров на выходе или камеры наблюдения, в остальном их практически нигде нет. Великолепная инфраструктура делает доступными большинство из многочисленных достопримечательностей этой уникальной страны. Поездка в Норвегию перевернет ваше представление о нашей планете, и вы вызовет желание приезжать сюда снова и снова. Ну что ж, это был топ-5 идеальных для жизни стран. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте пальцы вверх и не забудьте подписаться на наш канал. До скорого!